просили показать манок, ну вот такой, Redbone, который в пластике. Ну или как там называется, пластик, смола, не знаю. Вот, в общем, с таким звуковым узлом Дерлин. Вот. Выигран он в манкотерее у меня. Вот. Короче, ну покажу звук, ну то, что я умею, как бы. Не знаю, там кто-то ведь, конечно, намного лучше дует. Ну, вообще покажу то, что я могу, как бы на нем. Ну, звук есть, звук, в принципе, хороший, замечательный. Короче, ну вот рычание. Вот такое. Клакин. Йодли. Так что как бы звук есть, все есть. Как бы манок работает замечательно. На охоте я с ним еще не был. Так как выиграл его в этом году, и в этом году, наверное, не буду, так как охота у нас закрыта. Так что так.